Ерунда какая. Вот сегодня у нас 24-е, дождались. Апреля Игорь Александрович будет садить. Вот, Василия мы посадили. Давай, Володя, грузить. Это аппарат нам сегодня отремонтировали там. Организация такая хорошая. В 5 раз дешевле сделать, чем в другом месте. Представь себе. И быстрее раз в 5. Представь, какой организатор нашей. Прямо на берегу, недалеко здесь. Любую технику ремонтируют. Это сухарей насушили. Я не знаю, как назвать, но в речном порту. Богатая организация, очень богатая, видно. И работают так. Я сейчас у них адрес взял, показать, что это за организация, чтобы другие туда могли обращаться. Надежда Васильевна нас провожает. Ты сама готовься. А этот пустые, по 20 литров. Батюшка Березовки привел нашим бабушкам. Слава тебе, Господи. 24 число такое хорошее. Нынче 3 июня будет день деревни, так? Да. А нам 10-го заезжать. Так стоит ли нам туда ездить, а слышишь? 3-го день деревни, а 10-го выезжаем. Так не лучше ли выехать уже 2-го числа, чтобы сюда больше не ширкаться? Я сегодня на колени. Так что ты это помни. На 3 июня поздно, у нас же 2-го нам. Ну, короче, в этих числах надо выехать. Архиерей приезжает, митрополит Сергий. Гости там приедут. Ну, вон Василий сидит, держит. Так, руку держи на этой, на газете сверху. Так, Володя, вот эту вот, вот так, не наклоняй ее только, там маленькие. Если они, ну, что-то не то, то не, уже ничего. Голуби. Володя тоже планшет свой отремонтировал. Очень успешно наше было здесь время благоприятное. Надо отсюда переложить, а то не... Ну, теперь по-другому уже о чем-то. Ты говорил, войдут, не войдут. Да смотри, как вошли. Спаси, Христос. Смотри, чтобы только не открылась. Не открылась, вот что главное. Так, Володя, забеги в комнату, туда и сюда. Даже обувши, другую комнату глянь, нет ли у тебя что-то оставлено? Так, кошек нет. Которые ты хотела рыбу, занеси сюда, к дверям поставь. Я свои отдам. Хорошо. Паля у меня осталась. Ну, тут не открывается вот этот вот? Нет. Ему не надо открывать форточку? Не надо. Ну, он его видать, Василий сидит. Василий Николаевич Черепанов. Где он там? Его не видно. Может быть, отсюда видно будет. Это уже плохо видно. Ну, вот сегодня мы их отправляем. Долго ждали. Но сейчас я приоткрою, чтобы заснять. Вот он сидит, как пан-король. Видишь как? Ну и, значит, оттуда поедешь вместе с ним во вторник. Приедешь здесь, все у тебя... Может, что-то там тебе надо найдется. У тебя картошка-то есть? Они дадут тебе там. Ты только вот как здесь было, ломать вот этот сушняк и вносить, тебе больше ничего не придется. Или помогать там, когда пойдут, там эти маленькие палочки вставлять, чтобы берег пророс. Ну, что, да, на он все знает, Володя. Тебе на только... На сколько? На неделю? На неделю. Мы же как договаривались. Господь тебя сохранит. Давай. Ага. Мы же тебе там помогали. Да. Хоть как-то маленько. Это не для меня делаешь, это для людей. Приезжать надо все подготовить. Угу. Ты за Сергея Павловича молись. Он сильно-сильно помог тебе. Люди от этого не понимают, кряхтят. Володя, только нисколько, Володя, не наклоняй. Ровно держи. Там вчера вывелись такие голубята. Ну все, поехали. Поехал, да? Коротко помолимся. Помолимся, коротко. Сидите на месте там. Господи, благослови этот путь и сохрани братьев от несчастного случая. Имя Твое Святое да будет прославлено через жизнь нашу. Хвала Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Вы все верующие, наши друзья. Все, поехали.
потихоньку зайди, на столе под рукавичками лежат ключи, на столе лежат мои ключи оттуда, поднеси мне. На столе под рукавичками. Благослови ее, Господи. Это отремонтировали аппарат, и вот на нем. Везде добрые люди. Представьте, в 5 раз дешевле. И в 5 раз быстрее. Все, помахал им руками. Вот тут Надежда Васильевна. Тут братья успели. Все, я пошел, закрываю. Ну, с Богом. Храни, все, с Господь, Богом. Ага. Давай. Еще. Все. Видишь, как хорошо, когда все дружно-то. Конечно, я тут панику навожу. Кошка, в это время открыли дверь. Написал на двери кошку не выпускать. Кошка выскочила. Иди поймай. Ну, далась в руки. Только далась, пустил, говорю, подпол закройте. Успели, нет. Она куда хочешь спрячется, не дается. Ой, голубей я отправил, этих дикарей. Эксперимент почти закончился. Вчера вывели новых, и теперь положил туда, но примет она их или нет.